Уссурийские тигрята – мы веселые ребята. Такой девиз выводят мальчишки, будущие участники карнавала в День тигра. На центральной площади Уссурийска 29 июля пройдет грандиозное событие. И вот две семьи объединились для подготовки. Плакат будет нести Саша, Даниэль и Габриэль. Это наши старшие дети. Средние. Старшие будут рисовать грим, младшие – вести украшенные коляску и велосипед. На две мамы целых 7 детишек, и для всех нашлось дело. Я люблю фестиваль, и я хочу участвовать со своей большой семьей. А что ты знаешь про тигра? Они занесены в классную книгу. Тигры – это хорошие охотники, которые могут залазить на дерево, и они похожи на кошек. Здесь у нас такая мастерская, где мы изготавливаем костюмы. До фестиваля чуть больше недели, а дел еще не в проворот. На всех нашить, разукрасить, смастерить аксессуары и все своими руками. Мы же можем и сами сделать, чтобы было интереснее, красивее. Вот, например, как быстро сделать тигриные ободки с ушками. Оранжевая лента, клей, 4 треугольника и 5 минут работы. Ну все, ушки готовы. Можно примерять. Папы в карнавале участвовать не смогут. Сейчас несут службу в зоне СВО. Два брата за семьи спокойны. Жены дружат и вместе проводят время. Стараются скрасить будни и такими вот занятиями. Вообще, по идее, у нас участвуют малыши, а все остальные – это группа поддержки. Вот мальчишки, мы им тоже приготовили красивые футболки. У наших мальчишек будут вот такие футболочки. У Амелечки будет вот такая юбочка. Все желающие могут поучаствовать в карнавале. Заявки принимаются до 25 июля. Сам праздник начнется на центральной площади в субботу с часу дня. Будут дневной концерт, шествие, кинопоказ, выступление звезды Аси из Москвы и световое шоу в 22:00. Приходите. Ирина Мигунова, Игорь Антонов. Телемикс.